Сообщается со слов Ади ибн Хатима, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В день воскресения с каждым из вас заговорит Аллах, и между им и вами не будет переводчика». Это обращение к верующим мусульманам. В это обращение не включаются неверующие люди. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в этом хадисе обращается ко всем верующим, которые за ним последовали. Что касается неверующих, то Аллах сообщил о том, что не заговорит с ними и не посмотрит на них. Они будут отделены от Аллаха завесой. Все это произойдет в день воскресения. Аллах будет говорить с каждым человеком одновременно, но каждый человек будет думать, что Аллах говорит только с ним. Однако Аллах в это время будет говорить со всеми своими рабами, несмотря на их многочисленность. Это указывает тебе на то, что запрещено сравнивать действия Аллаха с действиями слабых творений. Сообщается со слов Абу Зарра, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Три группы людей, с которыми Аллах не заговорит в день воскресения и не очистит их, и им уготовано мучительное наказание. Человек, опускающий свои одежды ниже щиколоток, человек, попрекающий людей, и человек, сбывающий свой товар с помощью лживых клятв». В этом хадисе упомянут человек, сбывающий свой товар с помощью лживых клятв. Например, он продает товар и говорит: «Я купил его за столько-то», чтобы пробудить в людях желание, хотя товар стоит значительно дешевле. Воздаянием ему будет то, что Аллах не заговорит с ним и не посмотрит на него. Что касается попрекающего, то это тот, кто дает что-то, а затем попрекает людей. На самом деле, лучше вообще не давать ничего, чем потом попрекать. Аллах Всевышний сказал: «Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек». Человек начинает попрекать другого и перечислять свои дары ему. Сообщается, что Укба ибн Башир ибн аль-Мугира аль-Асади рассказывал: «Однажды я спросил у Мухаммада ибн Али ибн Хусейна аль-Хашими: «О Абу Джаафар, кто первым заговорил на арабском?» Он ответил: «Пророк Исмаиль, сын Ибрагима, которому тогда было 13 лет». Я спросил: «На каком языке люди говорили прежде?» Он ответил: «На арамейском». Я спросил: «А на каком языке тогда были слова Аллаха, ниспосылаемые им, своим посланникам и рабам?» Он ответил: «На арамейском». Аллах знает лучше, а мы не знаем, как оно было на самом деле. Этот вопрос нуждается в наличии довода. Здесь непременно нужно опираться на довод. Сообщается, что Каъб ибн Ахбар говорил: «Когда Аллах обратился к Мусе на разных языках, тот сказал: «О Господь, я не понимаю эту речь». Затем Аллах заговорил с ним на его языке». Это слова Каъба ибн Ахбара. А они нуждаются в доводе, который укрепил бы их. Он часто рассказывает вещи, которые нельзя так сразу подтверждать. В достоверном сборнике «Аль-Бухари» сообщается, что правитель верующих Муавия сказал о нем: «Как вы можете верить этим людям, людям Писания? Клянусь Аллахом, мы не видели, чтобы кто-то из них спрашивал нас, а вы спрашиваете их. Лучший из тех, кто рассказывает от них, это Каъб, но даже от него мы иногда встречаем ошибку». Однажды Абу Хурейра рассказал Каъбу ибн Ахбару нечто от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а тот начал рассказывать свои истории. Абу Хурейра разгневался и сказал: «Я рассказываю тебе хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а ты рассказываешь мне из своих стихов». Поэтому, когда Каъб рассказывает нам что-то, мы и не верим в это, и не обвиняем его во лжи, если только наша религия не называет его слова ложью. Когда он рассказывает что-то, мы говорим: «Аллах знает лучше». Эти сообщения из книг иудеев, которые иногда упоминаются, в них есть большой вред для многих мусульман. Ведь некоторые мусульмане принимают эти сообщения, считают их такой же правдой, как хадисы пророка, которые нельзя оспаривать. Это запрещено. Если что-то передается от Каъба или Вахба ибн Мунаббиха, или от подобных, которые приняли ислам при жизни, мы обязаны остановиться,
и не принимать эти сообщения сразу. Точно так же мы относимся ко всем остальным, кто передает истории из книг иудеев и христиан. Аллах избавил нас от нужды в этих словах Кааба, ибо у нас есть книга Аллаха и слова нашего посланника. Аллах в Коране не сообщил о том, что говорил с Мусой на разных языках. Он обратился к нему сразу на его языке. Аллах сказал, «Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа». Сообщается, что Катада разъяснил следующие слова Всевышнего. «Поистине те, которые не уверовали в напоминание, то есть в Коран, когда оно дошло до них, будут наказаны. Поистину это могущественное писание». То есть Аллах возвеличил этот Коран, ибо это его слова. Ложь не подберется к нему. То есть Иблис не сможет что-то удалить из Корана и не может добавить в него ложь. Здесь не имеется в виду только лишь Иблис. Ни один из видов лжи не может подобраться к Корану. Ведь Коран — это слова Аллаха Всевышнего. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Коран не лжет относительно событий прошлого и не лжет относительно событий будущего. Коран — это истина в его повелениях, в его повествованиях. Он — абсолютная истина и не противоречит действительности. Эти хадисы переданы, и есть еще много похожих хадисов. Все они соответствуют тому, что в книге Аллаха и указывают на необходимость веры в то, что Аллах говорит. Если бы эти заблудшие не придумали свои заблуждения, посредством которых они отрицают атрибуты Аллаха и пытаются заменить его слова, то для всей общины было бы достаточно того, что упомянул Аллах в своей книге. Коран является достаточным для всей общины. Мы не нуждаемся в словах людей. Но мы нуждаемся в правильном понимании Корана, ведь сам Аллах повелел нам размышлять над его словами. Коран является полноценным писанием и исцеляет сердца людей, за исключением тех из них, кто ложно истолковывает аяты и следует за сомнениями. Увидев это, мы передали эти слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников и их последователей, дабы современники и будущие поколения знали, что наши предшественники говорили на эту тему. Именно так, как сказал Аллах Всевышний. Никто из них даже не думал сказать, что Коран — это не слова милостивого Аллаха, пока не появились эти заблудшие. Начали опровергать книгу Аллаха, отрицать его речь и другие его пречистые атрибуты посредством этих заблуждений. Если бы эта группа появилась во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижников, то к ним бы отнеслись, как относятся к вероотступникам. Они раскололи ряды мусульман, произнося свою проклятую фразу. Слова Аллаха являются сотворенными, хотя доводы указывали на обратное и опровергали их воззрение. Мы упомянули эти доводы из книги Аллаха, хадисов его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и из слов представителей следующих поколений. В этом вопросе против них имеется много доводов, но мы не хотим упоминать многие из них, так как сердца слабых людей могут не перенести их. Но человеку будет достаточно взглянуть на то, что мы упомянули из книги Аллаха и хадисов, чтобы понять, как эти заблудшие противоречат исламской общине. Мы говорим им, мы обнаружили то, что Всевышний Аллах, его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане после него называют Коран словом Аллаха, но вы посчитали, что Коран — это творение Аллаха, и достаточно этого утверждения, как противоречие Аллаху, его посланнику и всем остальным мусульманам. Можете ли подтвердить аятами Корана или хадисами его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, или словами обладателей знания ваше утверждение о том, что Коран сотворен? Вы никогда не приведете ничего подобного. Разве посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижник и другие мусульмане могут высказывать такое неверие? То есть, это не произойдет, это невозможно. Он говорит им, приведите довод из книги Аллаха и из сунны его посланника, подразумевая, что они все равно не смогут такого привести. Ведь Коран — это истина, а ваши слова — ложь. А истина не может указывать на ложь. Это то, во что мы обязаны твердо верить. Если, например, слова Аллаха сотворены, а слова Аллаха — это его атрибут, то получается, что что-то, изошедшее от Аллаха, является сотворенным. Аллах превыше и причист от этих недостатков. Это явное неверие. Поэтому их называли неверующими многие ученые. Ибн-Аль-Кайим упомянул, что ат-Табарани называл имена 500 ученых, которые обвинили джахмитов в неверии по личностям. 500 ученых, которые назвали джахмитов неверующими.
Единственное, нужно разъяснять истину тем джахмитам, которые слепо следуют за своими учеными, ибо они не понимают, что говорят. Если же истина им разъяснилась, то их нужно называть неверующими. Кто-то может спросить, а разве они вообще были мусульманами, чтобы их обвинять в неверии? Очевидно, что в начале своего призыва они просто прикрывались исламом, использовали его в качестве защиты. Если бы они не сделали так, то их бы убили. Затем они начали произносить слова, которые являются неверием в Аллаха, желая испортить убеждения мусульман. Неверующие не смогли противостоять мусульманам в открытой битве на поле боя. Они проиграли все битвы. Аллах опозорил их и оставил без помощи, и оказал поддержку верующим. Поэтому неверующие начали прибегать к ухищрениям. Все люди нечестия. Так внешне принимают ислам. Прикрываются им, чтобы распространить нечестие. Они являются лицемерами, скрывающими внутри свое неверие и внешне показывающими свое согласие с исламом. Так они хитрят с мусульманами и хотят испортить их убеждения, посредством которого им была оказана помощь. Причина победы — это правильные убеждения и следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Для чего джахмиты говорят, что слова Аллаха сотворены? Что побудило их к этому? Зачем они говорят, что Аллах не любит и его не любят? Ведь любовь к Аллаху — это основа религии. Именно так они отрицают все атрибуты Аллаха. Они считают, что убеждение истинных мусульман — это неверие. Крайне маловероятно, что джахмиты просто ошиблись, ища истину. Ведь эти вопросы являются ясными и очевидными. Некоторые из них использовали в качестве доводов искаженное толкование аята, в котором нет основы ни в Коране, ни в Сунне, ни в единогласном мнении мусульман. Напротив, это их толкование является очевидным неверием. Некоторые шейхи имама ад-Дарими запрещали ему говорить так с джахмитами. Они говорили ему, «Не говори с ним, не веди дискуссий, ибо они безбожники». Когда ты говоришь с ними, обращаешься к ним, опровергаешь их, это способствует распространению их учения. Лучше оставь их, дабы они пребывали в своей лжи, будучи презренными. Именно так к джахмитам относилось большинство ученых. Некоторые шейхи имама ад-Дарими даже разгневались на него и запретили ему это, но он отвечал, «Я боюсь, что простые мусульмане обольстятся их словами». И поэтому считаю, что обязан опровергать их и разъяснять истину. То есть, если я буду молчать, истина может скрыться от многих мусульман, и это послужит причиной их заблуждения. Того же самого мнения придерживался товарищ имама ад-Дарими, имам аль-Бухари. Он был его современником. И встречался с ним в некоторых городах у некоторых шейхов. Аль-Бухари не осмеливался так дерзко спорить с джахмитами, как имам ад-Дарими. Он просто опровергал их аятами и хадисами. Он поместил эти аяты и хадисы в самом конце своего достоверного сборника. Затем, увидев, что этого недостаточно, он написал книгу «Халку афаали ли-ибад». В ней также содержится опровержение джахмитам и другим философам.
Я сказал некоторым из них: «Оставьте эти заблуждения, ибо мы лучше вас знаем о них. Аллах не даровал вам такого положения, чтобы люди опирались на ваши толкования Корана, или чтобы они принимали какие-то ваши личные мнения. Мы привели вам ясные тексты от Аллаха, Его посланника и всех мусульман, которые говорили, что Коран — это слово Аллаха. Так приведите же что-нибудь от Аллаха, Его посланника и обладателей знания, что указывало бы на то, что Коран сотворен, как вы заявляете. Если же вы не сделаете этого, значит, вы покинули общину мусульман, отклонились от истины в аятах Аллаха, возвели на Аллаха навет, оболгали Его книгу и Его посланника, но вы ничего подобного не приведете». Он говорит джахмитам, что истина не в их философских заблуждениях. Истина не в ваших заявлениях, когда вы говорите, что разум указывает нам на то-то и то-то. Мы вообще не обращаем на это внимания. Вы обязаны привести хотя бы один аят из книги Аллаха или хотя бы один хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Истина именно в том, с чем пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а не в ваших заявлениях о доводах разума и так далее. Мы обязаны опираться на религию. Ведь каждый человек, когда заявляет о чем-то, говорит, что разум указывает на это. То есть разум людей не одинак. Если же вы считаете, что Коран сотворен, то скажите, с чего началось его сотворение? Неужели Коран — это слова, которые никто не произнес? Джахмиты цепляются за различные сомнительные доводы. Например, они говорят: «Аллах сказал, что Он создатель всякой вещи. А разве Коран — это неопределенная вещь?» Также они говорят: «Мы слышали, что в Коране сказано, воистину мы сделали его Кораном на арабском языке». Сделали, то есть сотворили. Возможно, ад-Дарими ответит на эти сомнения, но прежде его ответа, чтобы потом не забыть этот вопрос, мы ответим сами. Эти слова джахмитов являются ложными, ведь по их логике можно сказать, что в понятие «всякая вещь» входит и Аллах. Но атрибуты Аллаха исключены из этого общего аята. Ведь если говорящий что-то произносит, то он не включает свои слова в то, о чем он говорит. Например, Всевышний Аллах сказал о Марьям: «Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи, я дала милостивому обет хранить молчание». Если человек скажет: «Я дал обет хранить молчание», может ли он говорить? Нет, не может. Но если он сообщает людям, что дал обет хранить молчание и больше ничего не говорит, то не нарушает свой обет. Когда Аллах говорит, что Он создатель всякой вещи, то имеет в виду, что Он создатель всякой вещи, которая создана, то есть помимо Него нет иного Творца. Что касается слов Аллаха, воистину мы сделали его Кораном на арабском языке, то слово «сделали» означает «сотворили» только тогда, когда после него упоминается только один объект, на который падает действие. Например, Аллах сказал: «Он сделал мраки и свет», то есть сотворил мраки и свет. Здесь только один объект действия, после которого приходит соединительный союз. Если они будут упорствовать, то спросите их, каков смысл слов Аллаха? Ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Означает ли это, что вы создали Аллаха? Подобного в Коране много. Важно то, что слова джахмитов — это ложь, посредством которой они хотят посеять сомнения среди мусульман. Об этом еще будет сказано далее. Также Аллах сказал: «Они сделали Коран частями». Означает ли это, что эти люди создали Коран? Также Аллах сказал: «Они сделали ангелов, которые являются рабами милостивого, женщинами». Разве это означает, что люди создали ангелов женщинами? Нет. Это означает, что они имели такие убеждения. Слово «сделали» используется для указания на слова и убеждения.
Ваши слова — это неверие, в котором нет сомнения. Не подобает творению, которое уверовало в Аллаха и в последний день приписывать себе господство и призывать людей к поклонению себе. Неужели это творение сказало: «Воистину, я Аллах, нет истинного Бога, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Автор имеет в виду слова Аллаха, которыми он обратился к Мусе, когда беседовал с ним. Разве эти слова исходили от творения? Разве это дерево, находившееся рядом с Мусой, сказало: «Воистину, я Аллах, нет истинного Бога, кроме меня, поклоняйся же мне». Разве творение может сказать «поклоняйся же мне»? Таковы заблуждения джахмитов, на которые нет ни одного довода. Неужели это творение сказало: «Я избрал тебя для себя, вступайте же вместе с твоим братом и моими знамениями и не уставайте поминать меня»? Аллах оберегал Мусу, который рос в доме фараона, хотя фараон боялся его появления. Дело в том, что однажды фараону сказали, что его власть прекратится из-за человека из числа сынов Исраиля. Но предосторожность фараона не помогла ему. По мудрости Аллаха, Муса вырос в доме фараона, ел из его еды. Фараон знал его с детства. Именно поэтому фараон сказал ему: «Разве мы не воспитали тебя среди нас с младенческих лет? Разве ты не оставался среди нас многие годы своей жизни? Разве ты не совершил тот поступок, который ты совершил? Воистину, ты являешься одним из неблагодарных». Фараон напомнил Мусе об убийстве человека, которого Муса убил случайно. Он ударил его рукой и не хотел его убивать, однако человек умер. Затем Муса, по мудрости Аллаха, скрылся из этого города. Мудрость Аллаха заключалась в том, что Муса должен был стать пастухом овец. Ведь каждый посланник, которого посылал Аллах, был пастухом. Дело в том, что овцы подобны людям в своем поведении и в том, как о них необходимо заботиться. Когда Муса стал посланником, и Аллах повелел ему призывать фараона, он вернулся на его земли. Именно тогда фараон высказал эти слова. А Муса ответил: «А та милость, которой ты меня попрекаешь, состоит в том, что ты поработил сынов Исраиля. Это несправедливость и тирания со стороны фараона». Суть в том, что слова, которые принес Муса, это слова Аллаха, которые Муса слышал от Аллаха без посредника. Муса в это время находился на земле, а Господь наш над своим троном, над семью небесами. Неужели это творение сказало: «Я с вами, я слышу и вижу»? Слова Аллаха «я слышу и вижу» — это разъяснение фразы «я с вами». Муса и Гарун сказали: «Господь наш, мы боимся, что он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного, ведь фараон был тираном. Он мог с легкостью наказать и убить, и никто не смог бы ему воспрепятствовать. Ведь он говорил людям: «Я ваш Всевышний Господь». Тогда Аллах ответил Мусе и Гаруну: «Не бойтесь, ибо я с вами. Я слышу и вижу». То есть Аллах будет оберегать их и не даст фараону взять власть над ними. Аллах будет вместе с Мусой и Гаруном, а не вместе с фараоном. Это указывает тебе на то, что сопутствие Аллаха не означает то, что он перемешан с творениями. Когда Аллах сказал им: «Я с вами, я слышу и вижу», это означает, что Аллах будет оберегать их двоих. Их не коснется зло со стороны фараона. Неужели это творение сказало: «Разве я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом, а поклоняться мне? Это прямой путь». Все творения Аллаха, кроме заблудших, знают, что никто, кроме Творца, не имеет права произносить подобные фразы. Иначе говоря, никто, кроме Аллаха, не скажет: «Я Аллах, я Господь». Никто, кроме Аллаха, не скажет этого. Что касается фараона,
то он сказал: «Я ваш Всевышний Господь». Дело в том, что он захватил власть над людьми и делал с ними все, что хотел. Он убивал, кого хотел, делал рабами, кого хотел. Он был одним из сеющих нечестие на земле, как это о нем сообщил Аллах Всевышний. Если же кто-либо из творений скажет такое и призовет людей к поклонению себе, а не Аллаху, то он будет неверующим, подобно фараону, который сказал: «Я ваш Всевышний Господь». А тот, кто поверит ему и ответит на его призыв, будет еще более неверным и лживым. Вы говорите, что Коран произнесло творение, а мы относим Коран к Аллаху, так как творение и все их атрибуты принадлежат Аллаху. Однако это абсурд. Джахмиты говорят, что Коран назван словом Аллаха, потому что именно Аллах сотворил творение. Они пытаются зацепиться за такие общие фразы. Но этот аргумент является абсурдом. Почему? Дело в том, что ни одно творение не может сказать: «Я Аллах», ни одно творение не может сказать: «Поклоняйтесь мне», тому подобные фразы. Разве творение может сказать: «Я ваш Господь», «Нет у вас другого истинного Бога, кроме меня» и тому подобные фразы? Поэтому этот аргумент является абсурдом. Не говоря уже о том, что эти ваши слова являются неверием, ведь Аллах не назвал своими словами больше ничего, кроме Корана и тех писаний, которые Он ниспосылал своим посланникам. Если мы согласимся с вашими словами, то вы будете обязаны назвать словами Аллаха все стихотворения, песни, причитания по покойным, звуки, издаваемые хищными зверями, птицами и домашними животными. Никто из мусульман не разногласит в том, что это утверждение является ложным и абсурдным. Все эти аргументы джахмитов являются абсурдом, ведь они противоречат тому, о чем поведал Аллах Всевышний. Если, по вашему мнению, все является словами Аллаха, то в чем превосходство Аллаха над песнями и стихами? Почему Аллах назвал своими словами именно Коран, а про все остальные слова такого не сказал? Достаточно для джахмитов заблуждения в том, что в ложности и абсурдности их доводов не сомневаются единобожники. Достаточно, достаточно.